хватит уже снимать. Иди ко мне. Кто это? С Лили интимная видеоактриса, которая играет в нашем фильме. Она вроде ничего. Она классная для актрисы. Может, поужинаем вместе? Как вы устроились за городом? Наверное, детям там хорошо. Не собираешься вернуться на работу? Да. Да. У нас все прекрасно. После рождения Лукаса у нас непростые времена. Она либо раздражена, либо меня игнорирует. Кто-то взломал мой аккаунт. Папарацци раздули скандал, мне страшно. Мы все на твоей стороне. У меня словно появился двойник, который забирает у меня мою жизнь. Прекрати!